я уважаю профессионалов. Мне не надо понимать, в чем я себя чувствую уверенно. Мне нужно мнение профессионалов. Как, собственно говоря, у вас сегодня на съемке. Вон Олега спросите. Олег, я хотя бы один раз сказала, фи, это не то. Вот вам и ответ. Я на самом деле... Вот, кстати, это интересная история, потому что многие думают, что я рассказываю сказки о том, что я такая покорная. На самом деле я злая Мегера, которая все время что-то там выбирает. Вот дядя Олег. Ну, знакомьтесь, дядя Олег. Давай, есть Олег, твой звездный час. Вот. Когда я вижу, что все делается хорошо, особенно с возрастом, понимаю, что less is more, то тогда вообще никаких вопросов нет. Я капризничаю? Абсолютно нет. Я верну вам паспорт после этой съемки. У меня такой образ, я очень много говорю о спорте, очень много говорю о успехе, я ассоциируюсь у большого количества людей с успехом, и им иногда кажется, что я не умею проигрывать. Вот, вы знаете, надо уметь проигрывать, потому что только тогда можно остановиться, перевести дух, понять свои ошибки и попытаться где-то в другом направлении продвинуться и стать... Никогда не поздно начать жизнь сначала, я не шучу. Это не какие-то высокопарные слова, знаете, куча. Я их вот не очень люблю, потому что они все время рассказывают, как добиться успеха, но сами всегда гораздо менее успешны тех людей, которые успеха добились. Поэтому, боже, спаси и сохрани, сейчас пытаться выглядеть как человек, который кого-то получает. Но правда, жизнь так устроена, что наши желания, наши настоящие желания, наши искренние желания, наши страстные желания, наши одержимые желания, они материализуются. Anything, welcome to